Апостол Павел – вторая по значимости фигура в Новом Завете после Иисуса Христа. Послания Павла занимают почти треть от общего объема Нового Завета. Более половины книги «Деяний апостольских», повествующей о ранних годах христианской церкви, посвящено рассказу об обращении Павла и его миссионерских трудах. Значение апостола Павла для развития христианства трудно переоценить. В научной литературе XIX-XX веков даже существовала теория, неизжитая до сих пор, согласно которой именно Павел создал христианство как религию, взяв за основу учение Иисуса и придав человеку Иисусу облик Сына Божия. Павла вполне всерьез называли основателем христианства. Именно Павлу приписывали превращение христианства из одного из течений внутри иудаизма в самостоятельное движение, порвавшее с иудаизмом и осознавшее себя самостоятельной религией. Кто же такой был Павел и почему ему суждено было сыграть столь значительную роль в становлении христианства? Почему именно он оказался избранным сосудом, которого сам Христос призвал, чтобы возвещать его имя перед народами и царями и сынами Израилевыми? На эти вопросы мы попытаемся ответить в нашем фильме. Павел родился в киликийском городе Тарсе. Будучи крупным промышленным и торговым центром, он был также крупнейшим центром культуры, науки и образования. Тарс был частью огромной эллинистической цивилизации, сложившейся в результате побед Александра Македонского в IV веке до Рождества Христова. Эти победы привели к тому, что греческий образ жизни распространился на обширные территории Восточного Средиземноморья. Коренное население завоеванных областей принимало греческие обычаи. В городах строились театры и бани. В гимназиях занимались атлетикой и другими видами спорта. В театрах ставились драмы и комедии. Греческий язык сосуществовал с местными языками. Во времена Павла основная часть земель, некогда завоеванных Александром, входила в состав Римской империи. Но это мало изменило их в культурном отношении. Во многих городах империи проживали евреи. В своем подавляющем большинстве они сохраняли религию Ветхого Завета. При этом все евреи диаспоры говорили по-гречески. Неудивительно, что Павел должен был с детства свободно владеть им, наряду с арамейским. Павел от рождения имел римское гражданство. Римский гражданин пользовался значительными привилегиями по сравнению с прочими жителями империи. Римского гражданина нельзя было подвергнуть бичеванию, связать, заковать в кандалы, подвергнуть пыткам. Нельзя было передать его дело из римской судебной юрисдикции в какую-либо иную. Даже казни для римских граждан, осужденных на смерть, были более гуманными, чем для прочих. Так, например, римского гражданина нельзя было распять на кресте. Во времена Павла римское гражданство можно было получить несколькими способами. Родившись в нем, отслужив много лет в армии, получив его в награду, получив его в дар, купив за деньги. Павел родился римским гражданином, а это значит, что римским гражданином по одной из указанных причин был его отец. О своем еврейском происхождении Павел упоминает неоднократно. В послании к филиппийцам он говорит о себе: «Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев». Слово «еврей» в данном случае указывает не только на этническое происхождение, но и на религиозно-культурную идентичность. Еврей от евреев – это тот израильтянин, который сохранил традиционную еврейскую культуру, несмотря на тотальную эллинизацию. Еврейское имя, которое Павел получил при обрезании, было Савл.
Весьма распространено мнение о том, что после обращения в христианство Савл сменил имя на Павла. Однако это не так. В действительности у него, как и у многих других евреев диаспоры, было два имени. Одно еврейское, другое греческое. Мы не знаем, каким образом, при каких обстоятельствах и в каком возрасте Савл впервые оказался в Иерусалиме. Но свое религиозное образование он получил именно там. В речи, произнесенной в Иерусалиме, Павел так характеризует себя. «Воспитанный всем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге». Раввин Гамалиил был членом Синедриона и пользовался в иудейской среде большим уважением. Позднейшее христианское предание свидетельствует о том, что под конец жизни Гамалиил уверовал во Христа. Он единственный в истории раввин, почитаемый не только в иудейской, но и в христианской традиции. Церковь прославила его в лике праведных. Выражение «воспитанный при ногах» отражает распространенную практику, согласно которой раввин учил сидя, а ученики располагались на полу или на земле у его ног. Павел принадлежал к партии фарисеев. Именно эта религиозно-политическая партия стояла во главе заговора против Иисуса Христа, добилась его осуждения на смерть римскими властями. Вполне естественно поэтому, что Савл, будучи ревностным фарисеем, разделял негодование фарисеев деятельностью Иисуса и основанной им общины. Молодой и горячий, он взялся за дело искоренения новоявленной ереси со всем присущим ему пылом. В своих посланиях Павел неоднократно упоминает о том, что до обращения гнал Церковь Божию, жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее. Был гонителем Церкви Божией, был хулителем и гонителем и обидчиком. Это все его собственные выражения. Эти слова говорят не только о несогласии с христианским учением, но и об активных действиях, направленных против его носителей. Данная информация полностью подтверждается деяниями апостолов. В ней имя Савла впервые упоминается в связи с рассказом о том, как члены Синедриона учинили самосуд над Стефаном. Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Савл же одобрял убиение его. Савл в этом рассказе назван юношей. Использованное здесь греческое слово может означать молодого человека в возрасте 20 с небольшим лет. Это значит, что он был лет на 10-15 моложе Иисуса Христа и, вероятно, моложе большинства его апостолов. Далее в Деяниях говорится: «А Савл терзал церковь, входя в домы и, влача мужчин и женщин, отдавал в темницу». Откуда у молодого человека могли быть такие полномочия? И почему именно к его ногам складывали одежды те, кто побивал камнями Стефана? Очевидно, Савл уже в молодости приобрел некоторый авторитет в фарисейских кругах. Возможно, члены Синедриона воспользовались услугами не по годам ревностного Савла, потому что видели в нем восходящую звезду. Не исключено также, что Савл по своей инициативе принял на себя лидирующую роль
в борьбе против зарождавшегося христианства. Именно поэтому вскоре после убиения Стефана Савл, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин, и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Чтобы попасть из Иерусалима в Дамаск, требовалось преодолеть около 200 километров. И вот, когда он уже был на подступах к городу, произошло то, чего он меньше всего мог ожидать. Ему явился Христос. Обращение Савла – один из самых драматичных эпизодов книги «Деяний апостольских» и одно из важнейших событий всей раннехристианской истории. Когда Савл был уже на подступах к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, и такой яркий, что он упал. И он услышал голос: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» И Господь ответил ему: «Я Иисус, которого ты гонишь». В страхе и трепете Савл обратился к Господу со словами: «Господи, что мне делать?» И Иисус ответил ему: «Встань и иди в город, и сказано тебе будет, что надлежит тебе делать». Савл встал, но он ничего вокруг себя не видел. Он был ослеплен. Его под руки повели в Дамаск и привели сюда, в центр города, на улицу прямую, где мы сейчас находимся. В своих посланиях Павел будет вновь и вновь возвращаться к этому событию, изменившему ход его жизни на прямо противоположный. В первом послании к Коринфянам он поставит явление ему Христа в один ряд с его явлениями апостолам после воскресения. Павел говорит о себе прежнем предельно уничижительно. Но значение явления ему воскресшего Христа он не только не умаляет. Наоборот, он видит в этом явлении часть того Евангелия, которое он призван проповедовать. Бог призвал его для свидетельства не о том, что видели и слышали другие, а о том, что видел и слышал он сам. Павел принял крещение от одного из христиан по имени Анания. Ему в видение явился Господь и повелел найти Савла в Дамаске: «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд». Анания нашел Савла, вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа». И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился, и, приняв пищу, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске. Несомненно, те несколько дней, которые Савл провел в Дамаске, были для него временем, когда он слушал рассказы об Иисусе. Те самые рассказы, которые впоследствии войдут в Евангелие. А пока они существуют только в устном предании. Можно себе представить, с каким вниманием впитывал как губка Савл рассказы о том, чьим гонителем он еще недавно был. Сразу же после своего крещения Савл начал проповедовать о Христе в синагогах. И все слышавшие удивлялись и говорили: «Не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие?» Но Савл продолжал проповедовать, и иудеи, наконец, решили убить его. День и ночь они стерегли его у ворот, но местные христиане спустили Савла в корзине по стене. Так ему удалось избежать расправы. Почему Павел проповедовал в синагогах, а не в языческой среде? Здесь мы впервые встречаемся с тем миссионерским принципом, который он впоследствии сформулирует в послании к римлянам. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину».
проповедь среди сынов Израилевых он считал своей первоочередной задачей и лишь во вторую очередь считал необходимым проповедовать язычникам. Спустя 3 года после крещения Павел отправился в Иерусалим. Что представляла собой иерусалимская община на тот момент? Можно предположить, что к тому времени она включала в себя несколько тысяч последователей Христа. О жизни общины в Деяниях говорится так. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Перед нами картина полного единодушия и благополучия. Апостолы сидят в Иерусалиме, к их ногам складывают деньги, община неуклонно прирастает новыми членами. Не эта ли идиллическая ситуация потребовала того, чтобы к первохристианской общине был добавлен чужеродный элемент, способный взбудоражить ее и напомнить апостолам о полученном ими от Христа повелении – идти по всему миру, проповедовать Евангелие всей твари, научить все народы. Для того, чтобы развернуть полномасштабную миссию среди иноверных и иноязычных, требовалось реальное владение их языком, знакомство с их образом мысли, способность оперировать их понятийным аппаратом. Ничего этого у апостолов, простых галилейских рыбаков, не было и не могло быть в силу их происхождения, образования и воспитания. Из книги «Деяний» явствует, что Иисус имел иные виды на свою церковь, чем это представлялось апостолам на раннем этапе ее бытия. И для того, чтобы его план осуществился, понадобился человек с иным опытом, иным образом мыслей и иным уровнем образования. Он вошел в церковь как аутсайдер. Ему долго не доверяли. Его апостольский статус оспаривали. Почему? Во-первых, он был известен всем как лютый гонитель церкви. И христиане должны были опасаться, как бы он не вкрался в общину с целью уничтожить ее. Во-вторых, он попытался войти в раннехристианскую общину не как новообращенный, не как ученик, а сразу же как человек, претендующий на руководящую роль. Не будучи апостолом Христа при его жизни, он настаивал на своем апостольстве, уверяя, что сам Христос поставил его на это служение. В-третьих, он резко отличался от других апостолов по своему культурному уровню и воспитанию. Первые попытки Павла примкнуть к Иерусалимской общине были безуспешными. Однако за него поручился Варнава, киприот, продавший свою землю и положивший вырученные деньги к ногам апостолов. По ходатайству Варнавы Павел был принят апостолами. Павел провел в Иерусалиме всего 15 дней. В основном он общался с Петром, но познакомился также с Иаковом, сродником Господним по плоти. Других же апостолов он не видел, либо они сторонились его, либо их уже не было в городе, либо сам Павел не захотел с ними встречаться. 15 дней, проведенные вместе с Петром, должны были стать для Павла новой возможностью подробно услышать о жизни и деяниях Иисуса от того, кто был его ближайшим учеником. О чем еще могли говорить Павел и Петр в течение этих 15 дней? Если не об Иисусе. Но если для Петра рассказы из жизни Иисуса были воспоминаниями о личном опыте, то для Павла они представляли собой прежде всего материал, который предстояло богословски осмыслить. Кто он, этот Иисус, явившийся ему на пути? Он Бог или человек? К
каким образом его пришествие в мир и его претензии на равенство с Богом соотносятся с тысячелетней традицией иудейского монотеизма? В чем радикальная новизна его учения? Почему иудеи его не приняли? Почему фарисеи, в их числе сам Павел, не распознали в нем того Мессию, о котором предсказывали пророки? На все эти вопросы Павлу предстояло ответить в посланиях. Но пока он должен был впитывать информацию об Иисусе из первых уст, от тех, кто лично знал его, кто находился рядом с ним во время его жизни, страданий и смерти, и кто затем увидел его воскресшим. Кажется невероятным, что человек, который не видел Христа при жизни и которому суждено было стать создателем христианского богословия, уделил столь мало времени общению с теми, кто был очевидцами земной жизни Христа и его учениками. Мы не знаем, сколько лет провел он у ног Гамалиила, но, вероятно, речь может идти о многих годах ученичества и внимательного вслушивания в слова учителя. Здесь же мы имеем дело с совсем иной ситуацией. Павел не припадает к ногам апостолов, не встает в позу ученика, не ищет общения с как можно большим числом свидетелей. Он общается только с двумя главными действующими лицами в Иерусалимской общине, причем общается на равных, не как ученик с учителями и не как младший со старшими. Более того, в своих посланиях он будет неустанно подчеркивать, что его проповедь и свидетельство независимы от свидетельства прочих апостолов. Он проповедует не то, что услышал от них, а то, что узнал сам, напрямую от Господа. Павел не видел Христа при его жизни, но Христос явился ему лично. Притом явления Христа в жизни Павла были неоднократными. Одно из них относится ко времени его краткого пребывания в Иерусалиме. «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, пришел я в исступление и увидел его, и он сказал мне: „Поспеши и выйди скорее из Иерусалима, потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне“. Я сказал: „Господи, им известно, что я верующих в тебя заключал в темнице и бил в синагогах. И когда проливалась кровь Стефана, свидетеля твоего, я там стоял, одобрял убиение его и стерег одежды побивавших его“. И он сказал мне: „Иди, я пошлю тебя далеко к язычникам“». Еще одно видение Павел описывает в своем втором послании к Коринфянам. Здесь он пишет о себе в третьем лице: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет. В теле ли, не знаю, вне ли тела, не знаю, Бог знает. Восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи“». Почему Павел решил рассказать коринфским христианам об этом видении? Потому что даже спустя много лет после обращения его продолжает преследовать слава самозванного апостола. Вновь и вновь ему приходится доказывать, что хотя он не был избран на апостольское служение при жизни Христа, он, тем не менее, был избран на него тем же Христом, который избрал прочих апостолов. Вхождение Павла в раннехристианскую церковь было нелегким. Но именно Павел в конечном итоге станет главным катализатором того процесса, который выведет церковь за пределы Иерусалима, откроет в нее дверь язычникам, превратит ее из маленькой группы соплеменников-единомышленников во всемирное братство людей, объединенных верой во Христа, вне зависимости от их этнического происхождения
и место проживания. Миссионерская деятельность апостола Павла обычно разделяется на четыре путешествия, маршруты которых восстанавливаются по книге Деяний. Конечной точкой земного странствования Павла станет Рим, вечный город, куда он на протяжении многих лет хотел прийти для проповеди Христа и куда в конце концов будет доставлен в узах. Но до того ему предстояло преодолеть пешком тысячи километров по пыльным дорогам Малой Азии, сотни миль на кораблях по просторам Средиземного моря. Первое путешествие началось в Антиохии, куда его направили апостолы. К моменту его прихода там уже была небольшая община уверовавших во Христа. И именно в этом городе последователи нового учения стали именовать себя христианами. Раньше у последователей Христа не было своего имени, и это соответствовало той неопределенности, в которой они пребывали, не зная, являются ли они носителями новой религии или их религиозное течение – одно из ответвлений иудаизма. Теперь, когда в Антиохии церковь пополнилась новыми членами, никак не связанными с иудаизмом, стало понятно, что христианство – это новая религия. Вполне естественно, что ее последователи стали называть себя по имени ее основателя. Когда Павел прибывает в Антиохию, он видит там совсем иную картину, чем та, которую он мог наблюдать в Иерусалимской христианской общине. Перед его глазами совсем иная группа обращенных. Это люди из иной культурной и религиозной среды, не связанные ни с еврейским языком, ни с еврейской религией. Они обратились из язычества и нуждаются в такой проповеди, которая была бы им понятна. Их не интересует ни закон Моисеев, ни еврейские обычаи. Их привлекла проповедь об Иисусе Христе, этом таинственном и непонятном человеке, обладающем особой притягательностью. Мы не знаем, сколько времени Павел пробыл в Антиохии, но знаем, что он быстро приобрел там влияние и авторитет. Из Антиохии Павел вместе со своим спутником Варнавой отправились в Селевкию, оттуда морем на Кипр. Остров Кипр был родиной Варнавы, и можно предположить, что Варнава был инициатором поездки туда. На Кипре Павел и Варнава сначала останавливаются в Саламине, главном портовом городе. Затем они пересекают весь остров и попадают в Пафос. Из Пафоса они отплывают на корабле в Пергию Памфилийскую, а оттуда идут пешком в Антиохию Писидийскую. Пройдя 140 километров, они оказались в Иконии. Здесь апостолы говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. Тут проповедников ожидала жесткая оппозиция, причем не только со стороны иудеев. Последние возбудили и раздражили против братьев сердца язычников. Дело кончилось тем, что язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями. Узнав об этом, апостолы ушли в Листру. Здесь Павел совершил чудо, исцелил человека, который был хромым от рождения. Чудо имело неожиданный эффект. Народ, увидев чудо, возвысил свой голос, говоря по-ликаонски: «Боги в образе человеческом сошли к нам». Приняв Варнаву и Павла за Зевса и Гермеса, местные жители захотели оказать им максимально возможные почести. Жрец Зевса привел волов. Венки же приготовили, чтобы возложить на головы гостям. Варнава и Павел решительно воспротивились этим знакам ложного богопочитания. «Мы такие же люди, как и вы», — сказали они. Из Листры апостолы отправились до Дерои. Расстояние между двумя городами составляло около 95 километров. Затем они повернули обратно в Листру, откуда прошли 35 километров до Иконии, 140 километров от Иконии до Антиохии Писидийской
далее не менее 200 километров до Пергии и еще около 15 километров до Атталии. Итого как минимум 600 километров пешком по трудной дороге, включавшей горные перевалы. Путешествие закончилось в Антиохии, где и началось. Спустя некоторое время Павел и Варнава из Антиохии должны были пойти в Иерусалим, чтобы принять участие в соборе апостолов. На нем решался ключевой для ранней церкви вопрос: необходимо ли язычникам, обращающимся в христианство, принимать обрезание и соблюдать другие иудейские обычаи. Не без влияния Павла собор постановил, что необходимости в обрезании нет, а из иудейских обычаев должны соблюдаться лишь некоторые. Апостольский собор открыл путь в церковь язычникам, а со временем и миллионам людей, которые уверовали во Христа, но желали при этом сохранять свою культурную традицию. Второе миссионерское путешествие было задумано Павлом как повторяющее маршрут первого. Главной целью было посетить те общины, которые Павел уже посещал, чтобы закрепить успех, достигнутый в предыдущий раз. Реальность, однако, окажется иной. Второе миссионерское путешествие охватит многие новые земли и будет весьма продолжительным, по разным подсчетам, от 2 до 4 лет. Павлу придется преодолеть около 3500 километров, из них более 2500 пешком. Путешествие началось с конфликта. Павел с Варнавой не смогли договориться о том, кого брать с собой. И в итоге пошли разными путями. Варнава отправился на Кипр, а Павел пошел сперва в Сирию и Киликию, а затем в Дервию и Листру. Там к Павлу примкнул Тимофей, который на тот момент был, надо полагать, совсем еще молодым человеком. Тимофей был существенным приобретением. На долгие годы он станет ближайшим помощником Павла и его доверенным лицом. Дальнейший путь Павла и Тимофея пролегал через Фригию и Галатию, вплоть до Троады, находившейся на берегу Эгейского моря. Даже по современным меркам это внушительное расстояние, на преодоление которого потребовался бы 2-часовой перелет. Павел же преодолевал его, вероятно, пешком, по пыльным путям, весьма далеким по своему качеству от современных автотрасс и асфальтированных дорог. И шел он не в удобной спортивной обуви, какую в наше время надевают те, кто вознамерился совершить пеший поход, а в простых легких сандалиях, не защищавших ноги ни от пыли, ни от мозолей, ни от укусов ядовитых насекомых и змей. Из Троады Павел и его спутники, к тому времени их было уже несколько, отправились в Македонию. Путешественникам предстояло переправиться из Азии в Европу, что можно было сделать только на корабле. Переплыв море, они пробыли несколько дней в Филиппах. Этот город в составе римской провинции Македония имел статус колонии. Такой статус присваивался по постановлению Римского Сената или по волеизъявлению народа тем городам или городским поселениям на захваченных Римом землях, где поселялись римские граждане. Все колонии были связаны между собой сетью дорог и служили опорными пунктами для римской власти. Филиппы находились на дороге, пересекавшей всю Македонию с востока на запад. Здесь Павла и его ученика Силу жестоко избили палками, а затем арестовали и заковали в кандалы. Среди ночи, когда Павел и Сила пели псалмы, внезапно произошло землетрясение, двери темницы отворились, а кандалы на ногах узников ослабли. На следующее утро они смогли вновь отправиться в путь. Из Филипп Павел отправился в Фессалонику. Это был один из крупнейших городов Средиземноморья и крупный торговый центр с населением, возможно, достигавшим 200 тысяч человек. Кроме того, Фессалоника имела статус свободного города,
Это значит, что здесь чеканились свои монеты, и не располагался римский гарнизон. В Фессалонике Павел в очередной раз встретился с решительным противодействием иудеев. Впоследствии он будет вспоминать об этом в своих посланиях к фессалоникийцам. За Фессалоникой последовала Верия, где Павел и Сила проповедовали в местной синагоге. Проповедь их в этом городе была более успешной, чем в Фессалонике. Об этом так рассказывается в книге «Деяний». Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало. Но когда фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедано Павлом Слово Божие, то пришли и туда, возбуждая и возмущая народ. Тогда братья тотчас отпустили Павла, и сопровождавшие проводили его до Афин, интеллектуальной столицы античного мира. Афины, кроме того, были одним из главных религиозных центров Римской империи. В архитектурной панораме города, раскинувшегося на холмах, и по сей день доминирует Парфенон, храм, посвященный покровительнице города, богине Афине. Построенный в середине V века до Рождества Христова, этот храм отличается строгими классическими пропорциями и является непревзойденным архитектурным шедевром. Помимо Парфенона, в городе было много других храмов, посвященных различным богам. Однако Павел, как явствует из рассказа Луки, не впечатлен городом. Он не восхищается его культурным разнообразием, не осматривает достопримечательности, не посещает театры. Наоборот, его дух возмущается при виде множества статуй богов, которыми украшен город. Местные философы приглашают Павла в Ареопаг, Верховный суд. Здесь Павел произносит свою бессмертную речь, которую начинает словами: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я увидел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». Многие греки и римляне считали, что помимо известных им богов существуют неведомые боги. К ним относились с почтительным страхом, так как об их характере и возможном влиянии на людей ничего не знали. Одному такому неизвестному божеству и был поставлен жертвенник в Афинах. Однако Павел делает этот факт отправной точкой в своем рассуждении о том, что Бог не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, сам давая всему жизнь и дыхание и все. Как это часто бывает с великими произведениями человеческого гения, речь Павла не была по достоинству оценена ее непосредственными слушателями. Однако ее оценили последующие поколения. В современных Афинах на Акрополе, рядом с развалинами Парфенона, в месте, где заседал Ареопаг во времена Павла, находится плита, прибитая к скале. На ней выгравирована речь Павла в Ареопаге. Всякий, кто знает греческий язык, может, посещая Акрополь, прочитать эту бессмертную речь. В Коринфе Господь вновь явился Павлу и сказал: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла». Из Коринфа Павел отправился в обратный путь. Он пересек Эгейское море, сделал остановку в Эфесе, затем отправился в Кесарию Палестинскую, оттуда в Иерусалим, а оттуда в Антиохию, где смог сделать передышку перед следующим большим путешествием. Итогом второго миссионерского путешествия Павла стало существенное географическое расширение церкви. В каждом городе, куда бы ни приходил Павел, появлялись общины людей, вдохновленные его проповедью,
и под его влиянием принимавшие крещение. Эти молодые общины христиан становились предметом его заботы. Когда это было возможно, он лично посещал их и рукополагал для них пресвитеров. Этим же общинам он адресовал свои послания. Третье миссионерское путешествие, самое продолжительное по времени и самое богатое драматическими событиями из всех путешествий апостола Павла. Оно длилось около 5 лет. Началось оно в Антиохии, откуда Павел, вероятно, направился в сторону Тарса, своего родного города. Далее он шел по городам Южной Галатии, тем же, которые посетил в ходе первого миссионерского путешествия, и еще раз в ходе второго. Около 2 лет Павел пробыл в Эфесе. Это был крупный центр коммерции и торговли. Здесь располагался храм Артемиды, один из крупнейших храмов в мире, в 4 раза превышавший по размерам афинский Парфенон. Поначалу Павел проповедовал в синагоге, однако вскоре в очередной раз убедился в бесперспективности этой проповеди. Тогда он перешел в училище некоего Тиранна, где ежедневно вел занятия, так что его могли слушать и иудеи, и язычники. Что это было за училище? Можно предположить, что это было одно из греческих училищ философии или риторики, каких в Эфесе было немало. Таким образом, в лице Павла мы впервые встречаем христианского проповедника, решившего воспользоваться учительской кафедрой в светском учебном заведении. Это свидетельствует еще об одном шаге, важном для дальнейшего развития церковной миссии – о выходе церкви во внецерковное образовательное пространство. Если проповедь Павла в Афинском Ареопаге была разовым явлением, то в Эфесе у него была возможность на регулярной основе выступать перед языческой аудиторией, большинство которой, учитывая место проведения занятий, должна была составлять молодежь. Во время пребывания в Эфесе Павел принял решение пойти в Иерусалим, чтобы затем отправиться в Рим. Павел движется тем же маршрутом, что и во втором путешествии, посещая те же города и преподавая верующим обильные наставления. 7 дней Павел провел в Троаде. Это пребывание ознаменовалось инцидентом, подробно описанным у Луки. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с 3-го этажа и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Взойдя же и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Павел хотел попасть в Иерусалим к празднику Пятидесятницы. Чтобы поспеть, нужно было двигаться морским путем. Путешествовать по морю было принято днем, а на ночь приставали к какому-нибудь городу или становились в бухте. Корабль, на котором движется Павел со спутниками, делают остановку сначала на острове Лесбос, потом на острове Хиос, затем он пристает к острову Самос, а далее делает остановку в Милете. Сюда Павел призывает эфесских пресвитеров, чтобы проститься с ними перед посещением Иерусалима. Он предчувствует, что в Иерусалиме его ждут новые испытания, и что со своими эфесскими друзьями он больше не увидится. Его провожают со слезами. Павел приходит в Иерусалим свободным человеком, а покидает его в узах. Арест Павла произошел в Иерусалимском храме, где он молился, а его обнаружили иудеи.
Они возмутили весь народ и наложили на него руки, крича: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего». Разъяренная толпа привела Павла к начальнику римского легиона по имени Клавдий Лисий. Он сковал Павла двумя цепями и отвел в крепость. Перед входом в крепость, стоя на лестнице, Павел попытался рассказать Клавдию о том, как на пути в Дамаск ему явился Христос и повелел идти на проповедь к язычникам. Как только присутствовавшие тут иудеи услышали о язычниках, они подняли крик: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить». Своё негодование они выражали тем, что кричали, метали одежды и бросали пыль на воздух. Клавдий собрался было подвергнуть Павла бичеванию, но тут выяснилось, что он римский гражданин. На следующий день Павла отвели в Синедрион. Но поскольку он говорил о воскресении из мертвых, дело кончилось раздором между представителями двух партий – фарисеев и саддукеев. Первые верили в воскресение мертвых, вторые – нет. Павла снова отвели в крепость. Новая вера прокладывала себе путь в изначально враждебном окружении. Но проповеднические опыты Павла можно назвать неудачами только в том смысле, в каком неудачами были попытки Иисуса Христа убедить первосвященников, книжников и фарисеев в истинности своих слов. Эти попытки закончились тем, что он был распят на кресте по требованию иудеев и по приговору римской власти. Проповедническая деятельность Павла закончится казнью по приговору той же власти. И главной причиной приговора будет массовое негодование против Павла в иудейской среде. Путь к своей собственной Голгофе Павел начинает в Иерусалимском храме, где толпа иудеев набрасывается на него, чтобы растерзать. Римские воины спасают его от смерти, но отныне он превращается в узника. Следующая ночь, проведенная Павлом в крепости, ознаменована явлением ему Христа, который сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». После этого Павла отправляют в Кесарию, где он предстает на суд перед прокуратором Феликсом. Тот решает допросить Павла в присутствии его обвинителей. Стоя в узах перед правителем и собравшимися на суд иудеями во главе с первосвященником Ананией, Павел отвергает одно за другим выдвигавшиеся против него обвинения. После того, как на смену Феликсу пришел новый прокуратор Фест, иудеи инициируют новое рассмотрение дела Павла. Однако Павел отказывается отвечать на вопросы и требует, чтобы его отвели на суд к самому императору. Как римский гражданин, он имеет на это право. Затем Павла допрашивает правитель Иудеи Агриппа. Павел продолжает требовать суда Кесарева. Свое четвертое миссионерское путешествие Павел предпринимает, будучи узником. Теперь уже маршрут определяет не он, а те, в чьих руках он находится. Однако во всем, что с ним происходит, Павел видит действие промысла Божия и исполнение того повеления, которое дал ему сам Христос, когда сказал, что ему надлежит идти в Рим. Прямого морского сообщения между Палестиной и Италией не было, и путешествие предполагало несколько пересадок с одного корабля на другой. Павел был не единственным узником, отправленным в Рим. Однако это не означает, что все остальные узники тоже плыли туда, чтобы предстать на суд перед императором. Большинство из них, вероятно, были уже осуждены, и их везли в Рим для участия в гладиаторских боях или в травле зверей, кровавой забаве, заключавшейся в умерщвлении диких животных, которых выпускали на арену амфитеатра и с которыми заключенные, рискуя своей жизнью, должны были вступать в схватку. С самого начала плавание было неблагополучным. К
корабль с большим трудом дошел до Крита, где Павел предлагал перезимовать. Однако его не послушали и отправились в дальнейший путь. Вскоре после выхода из порта сильный северо-восточный ветер налетел на корабль и сделал его неуправляемым. После 14 дней плавания в открытом море, при все ухудшающихся погодных условиях, корабль сел на мель у берегов острова Мальта. Все, без исключения пассажира корабля, вплавь достигли берега. Ни один не погиб. На Мальте путешественники пробыли зиму, а в начале новой навигации отправились в Рим. Книга «Деяний апостольских» заканчивается тем, что Павел прибывает в Рим и поселяется на частной квартире, где в течение 2 лет находится под наблюдением римского воина. При этом он беспрепятственно проповедует веру во Христа. Почему евангелист Лука оборвал книгу «Деяний» на этом месте и не рассказал о том, что случилось с Павлом после того? Ответ может быть только один. Он закончил свою книгу в тот момент, когда Павел находился в Риме в ожидании суда у императора. Состоялся ли этот суд? Каков был приговор? Об этом мы ничего не знаем. Согласно одному из предположений, Павел был судим неким императорским чиновником, который оправдал его. По другому предположению, Павел не был ни оправдан, ни осужден, а просто был отпущен за истечением срока ожидания. В какой-то момент Павел снова был арестован. Церковное предание увязывает его арест и последующую казнь с гонениями на христиан, развернутыми Нероном после пожара, разразившегося в Риме в июле 64 года. К тому времени христиане представляли собой многочисленную группу, в сознании римлян не связанную с синагогой, так как ее абсолютное большинство составляли бывшие язычники. Ввиду того, что христиане собирались на частных квартирах под покровом ночи, о них ходили самые разные слухи, и их обвиняли в разных мерзостях, вплоть до каннибализма, на основании того, что, по слухам, на своих тайных трапезах они употребляли в пищу человеческую плоть и кровь. Сведения о том, что жертвами этого жестокого гонения стали апостолы Петр и Павел, сохранились в церковном предании с самого раннего периода. Местом последнего заключения Павла считается Мамертинская тюрьма, построенная на северо-восточном склоне Капитолийского холма, неподалеку от форума. По преданию, здесь в тяжелых условиях провели последние дни апостолы Петр и Павел. Встречались ли они, общались ли, преподали ли друг другу последнее напутствие? Согласно одному из достаточно поздних преданий, они ожидали казни в одной камере, прикованные цепями к одному столбу. Весьма вероятно, что именно из места своего последнего заключения Павел написал второе послание к Тимофею. Оно проникнуто предчувствием скорого конца. «Ибо я уже становлюсь жертвою», — пишет Павел, — «и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный». Павел знает, что не будет освобожден, и просит Тимофея поспешить с приходом. Судя по всему, Павел пишет глубокой осенью. В тюрьме холодно, и Павел просит Тимофея принести плащ, который он оставил в Троаде. Каким образом Петр и Павел были казнены? Древнее предание свидетельствует о том, что Петр был распят, а Павлу отрубили голову. Так Павел сумел в последний раз воспользоваться правами римского гражданина. Казнь через отсечение головы была мгновенной, в отличие от распятия, осужденный на которое умирал долго и мучительно. Место захоронения Павла было известно римским христианам с древних времен. Это место находится на древней дороге, связывающей Рим с Остией. Здесь, по преданию, римская матрона Луцина
захоронила тело апостола Павла на фамильном участке кладбища. Раскопки, произведенные в новейшую эпоху, выявили наличие на этом месте большого некрополя, от которого сохранились многочисленные надгробия с надписями на латинском, греческом, еврейском и египетском языках. Многие сохранившиеся надгробия относятся к дохристианской эпохе. Более поздние принадлежат христианам. На некоторых из них имеются христианские символы и письменные указания на то, что рядом захоронен апостол Павел. В эпоху императора Константина на месте погребения апостола Павла был построен храм в его честь. При папе Дамасе и императоре Феодосии началось строительство нового, более вместительного храма на том же месте. На момент окончания строительства храм был самым грандиозным христианским культовым зданием в Риме. Впоследствии он неоднократно перестраивался, однако в целом сохранялся в прежних размерах. Мощи апостола Павла на протяжении веков хранились в крипте базилики под престолом. Однако после пожара оказались погребены под застывшим слоем расплавленного металла и камней. В 2005 году начались раскопки, в результате которых был обнаружен мраморный саркофаг. На его крышке латинскими буквами написано «Павлу, апостолу, мученику». 29 июня 2009 года, в день памяти апостолов Петра и Павла по Григорианскому календарю, папа Бенедикт XVI сообщил, что в саркофаге были обнаружены мельчайшие фрагменты костей, которые были исследованы с помощью радиоуглеродного метода целым рядом специалистов, не знавших об их происхождении. Согласно результатам, они принадлежат человеку, жившему между первым и вторым веками. Папа подчеркнул, это, похоже, подтверждает единодушную и бесспорную традицию, согласно которой речь идет об останках апостола Павла. Миллионы паломников из разных частей света, приезжая в Рим, посещают базилику святого Павла и поклоняются его останкам. По древнему обычаю Римской церкви останки находятся в саркофаге, замурованном под престолом базилики. Над саркофагом горит неугасимая лампада. Вклад, сделанный Павлом в развитие христианства, трудно переоценить. Если Иисуса можно считать автором этой религии, то о Павле можно говорить как о том, кого он взял в соавторы. Иисус не создал для церкви цельную и законченную богословскую систему, не дал своим ученикам исчерпывающий свод нравственных правил. Указав людям дорогу в Царство Небесное, он расставил на ней верстовые столбы и дорожные знаки в виде наставлений и заповедей, касающихся отдельных вопросов богословия и нравственности. Но подробный путеводитель по этой дороге предстояло создать другому человеку. Этим человеком стал Павел. С того момента, когда Павел открыл для себя Христа, а точнее, когда сам Христос открылся ему, вся его жизнь и деятельность была пронизана пламенным желанием открыть Христа как можно большему числу людей. С этой целью он проповедовал и среди иудеев, и среди язычников, обходил моря и земли. «Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых», — говорил он. Главной движущей силой его миссионерского подвига была любовь к Богу, выражавшаяся в беспредельной преданности Христу и готовности умереть за Него. Об этой любви Павел писал римским христианам. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашему».